сказать кому-нибудь. Поймал был тебе сделал. А за мной не пропадет. Когда-нибудь я тебе пригожусь. Ага. Как это ты мне пригодишься? Разговаривать каждый может. Вот если бы ты, к примеру, лаять умела, ну тогда бы пригодился. Посадил бы на цепь, дома охранять. А так что с тебя взять? Плыви себе. А теперь есть нечего. Как здесь? Зачем спал? Я? И сказал, это я. Могучий, добрый волшебник. Говори, чего пожелаешь, что сделаю, что могу. Чего? Понял. Есть нечего. Так. Вот тебе волшебный стой. Проголодался. Постучи три раза. Раз, два, три. Ну-ка. Поел, побил, постучи. Спасибо. Век тебя помню. Будет Бог. Не будь я вместе. Забыл предупредить. Есть у меня маленькое условие. Ровно в полночь приду к вам в гости и буду до рассвета вопросы задавать. Сумеете ответить? Столик ваш. А не сумеете? Меняйте на себя. Ведь меня помни будете. Добрые люди, пустите переночевать. Поищи лучше ночлег в другом месте. В полночь придет сюда чудовище. Нас погубит и тебя заодно. Так? Он еще не скоро, а там видно будет. Откуда взялся? На вот берега моря. На чем приехал? На
оседлал хромую главку, сел и приехал. Боря, что? Лужа. Может, и лужа, да только эту лужу орел не перелетел. Значит, орел. Тянет. Наверное, птенет. Но тянет его крылья в город закрывает. В городе ночь настает. Город, небось, крохотный. Но город заяц лежал, не перебежал. Выходит, заяц маленький. Заяц как заяц, где у шкуры тулуп вышел. Куда вышел? Вышел с того города, где заяц бежал, на который тянет орла упала. И пошел туда глаза глядя. Чьи глаза? Глаза того тулупа, который шкуры зайца вышел. В городе, где ночь настает, когда на гнев тянет, пролетает бегом на хромой блоке. Чего? Ну чего, на хромой блоке с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать. Хоть море, не море, а так ложе посреди города, где тянет блоки на зайца упала, он наступила. А из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядя. Тут заяц как прыгнет. Какой заяц? Значит, на самое блохастого берега лужа. Thank you.